Привет, стрим, здорово, Зупмен. Стрим потом выложишь на YouTube? Не знаю, возможно. Вот она, территория военной базы. Я же говорил, она где-то здесь. Вроде бы здесь. Ну, то есть вот этот забор. А, вот, это сама и есть военная... Вот она, все, ребят, все. Наверное, Зупмен, наверное, не весь стрим. Может быть, если какие-то моменты прикольные будут, я сейчас попутно еще и записываю. Вот, если моменты прикольные будут, то, конечно, сделаю ролик и выложу. Это что такое? Punches a new play carrier designed to customize carrying capacity units. Вау, нифига, я модифицировал жилет, ребят. Теперь тут больше мест. Офигеть, вы прикиньте, насколько продумали игру, а? До мельчайших деталей. Так, это, по-моему, штык-нож или типа того. Так, каску. Давайте поменяем каску. Я не хочу... Да. Во! Вьетнамская баба. Так, а тут что за дерьмо? Камуфляж... О, штаны! Штаны мне нужны как раз. У меня джинсы вонючие, дурацкие. Давай-ка сюда. О, у меня же фляга. Блин, что-то я тупанул. Флягу не набрал. Менять места. Вау! А... Тут кто-то есть. Говно собачье, ублюдок долбанный! Блин, ну я хотя бы побил его, ну ё-моё! Вот это, наверное, он все пушки здесь забрал. Фух, чёрт. Ё-моё. О, тут кто-то есть. Hi, I'm don't shoot, please, don't shoot, I'm friendly, don't shoot. А, блядь, это же русский сервер. Здорово. Да, да. Блин, да. Чувак, не стреляй, пожалуйста. Нам такой... Да-да-да, не стреляй, пожалуйста, чувак. Слышь, кого? Что? Мне нужна кровь. Кровь нужна. Кровь моя нужна? Не вопрос. О, твою мать, вас двое. Да. Да. Здорово. Здорово. У тебя такой же клевый и стильный шлем, как у нас, поэтому мы не будем тебя убивать. Да-да-да, я же из вашего клана, пацаны. А где твоя пайпер? Толстая. Где моя... Где моя что? Это... Ну ты найди, короче, есть, хорошо, ладно? Окей. Вот она, где же здесь. А, нет, стоп. Вот она. Оу. Оу, все, все, все. Теперь я ваш пацан. Теперь не берите у меня кровь, пожалуйста. Да, да, да. Ладно, хорошо. Блин, чуваки, где тут пушку можно надывать? Я так давно не играл, что теперь не знаю вообще. Винтовка есть. Винтовка? Такое двухэтажное здание, похожего цвета, как это. А, ментовка, ментовка? Ходишь там. Да, ментовка. А, окей. А вы уже залутали, да, его? Да, ну, нет, так, там очень хреновенько. Там шмаки там есть. Ну, ты почистишь, что? Угу. Ну, все, ну короче, давай, если что надо, там, элементарно. Хапчик нужен? Да, пока нет, я только резнулся. Не знаю, сейчас посмотрю, может быть, сдохну. Чтобы где-нибудь в другом месте появиться. Ладно, спасибо. Давайте, пацаны, спасибо большое, что не убили. Ну, если соберешься отдыхать, там нужна твоя кровь. Да, может ты нам сейчас все это дашь? Тебе же это ничего не повредит. Ну ладно, ладно, пойдемте, пойдемте, я дам вам свою кровь. Пойдемте сюда. Куда? Не надо. Все, стоп. Блин. Блин. Это не больно? Нет, не. Значит, тебя зовут... какая группа? Тебя зовут Кенни, да? Я не знаю, какая группа. Здорово, здорово, ребят, всем, кто только подошел. Так, все, все собрал. Мы не выйдем. Не, погоди, сейчас мы группу проверим. А, окей. Ну, а так ты собрал, да, собрал. Хорошо, хорошо. У меня завис. Так, сейчас, ребят, пока что не смогу читать чат, сейчас, секунду, ладно? Мы тут решим все это с кровью. Нужно, а как это здесь, нужно помогать людям. А здесь
Обычно же на пляже. Я не знаю, я... меня только что убили. На... Ну. Там, где больница, короче, около Павлова. Вот. Ага. И я тут появился, не знаю почему, не знаю как. Видимо, как-то рандомно. Здорово-здорово, ребят, всем, кто только подошел. Я сейчас пока что не могу читать чат. Ну так, только мельком. И отвечать тоже. Окей? Сейчас все это тут решим с пацанами. И все потом. Слушайте, а тут кровь как-то восстанавливается сама? Да, конечно, останавливается. Нужно просто сделать, чтобы у тебя статус сильный был. Нужно наесться и напить. Понял. Чтоб гидрейтед и... еще, да, что-то было? Гидрейтед и энерджайз. Да-да-да, энерджайз. Энерджайз. Понял. Че, витаминки нужны? Да, сейчас его плавил. Он что, завис, твой друг? Ага. О, а вот что? Вернулся. Квасика хоть попью. Вы куда направляетесь? Так это и когда... Сейчас, секунду. Так, ладно. Я вернул. Сейчас мы кровь анализируем. Одно, знаешь, что ладно, будет. Ладно. Мы в Павлова идем. Ну не все же гнусные, убедился, убедился, бэм-бэм-бэм, убедился, блин. Ладно, ты прав. У нас еще есть витамин. Блин, ты как-то это, ты как-то пропадаешь, тебя что-то плохо слышно, чувак. Я какая, хорошо. У тебя А+, кровь. А+, все, понял, спасибо. Привет-привет, Михайло, Хаус Маус, Саунгард. А я смотрю, ты стример. Не-не, не стример, не-не-не, блин, я случайно. Да? Спалился. Да, спалился, блин. Привет, чел. Черт, я спалился. А чё, сколько смотрится? А, да, не знаю. Мало. На Twitch, что ли? Да, заходите, кстати, если чё, пацаны. На Twitch, или? Если будет свободное время, заходите. Слышь, у тебя в глазах не черно-белый? Ну, сейчас черно-белое. Да ладно, я сейчас сдохну все равно, наверное. Без проблем. Я могу помочь. У меня есть некоторые... Чего? Чего? Давайте. А как стрим? Как стрим-то называется? Или что? Как тебе? А, да просто зайди. Сейчас можешь DayZ зайти. Скорее всего, увидишь сразу. То есть топ, да? Чего? Топовый стрим. Ну, хорошо. Ну, не знаю. Топовый стрим? Не знаю, возможно. Ладно, 62, вау, спасибо большое. Все, давайте, ребят, давайте, счастливо, счастливо. Удачи. Чуваки, вот и все, блин. Потестили мою кровь, они узнали мою группу крови. И, блин, пока я с вами здоровался, я микрофон не отрубил. И они теперь знают, что я стримил. Ё-моё, я никогда так в жизни не палился. Никогда. Спасибо, ребят, кто заходит. Спасибо, кто фолловит канал. Добро пожаловать всем. Йоу, бро, как сам? Здорово, мы Джонни, давно не виделись. Томас, а вебка будет? Нет, хохол, нет. Мне некомфортно стримить с вебкой, и я не хочу стримить с вебкой. Поэтому с вебки не будет, сори. Так. 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 О, есть. Токен, я уже обсуждал это, не хочу. Михаил, класс. Эх, ребята, этот мир слишком жесток для меня. Слишком жесток. Прям под музыку, блин. А давайте еще выше. Но зато я хоть помог кому-то. Меня греет одна мысль. Что я помог чувакам, дал им свою кровь, чтобы они не умерли. Я поступил.
как подобает поступать праведнику. Да, черт возьми, я праведник. Так, и все, и сейчас скинемся. Главное, чтобы я ноги не сломал, а то, блин, это будет просто жесть. Так, готовы? Нет, не делай этого. Главное, красиво умереть. Том, как ты накопил на Дейзи? В смысле, как накопил? Были тогда деньги, я уже не помню. Это было 2 года назад, чувак. Ну, парни. Парни. Ну что, пришло наше время. Этот город очень красив. Но ждет меня более куда красивое место. Куда более красивое место, точнее. Аэропорт рядом с Красноставом. А для этого нужно появиться в Березино. И я надеюсь, что сейчас, умерев здесь, спрыгнув с этой стройки, я появлюсь именно там, где мне и нужно. Окей. Окей. Все норм? Все норм. Окей. Пойдемте искать зомби нахрен. Это просто пипец. Это просто хрень какая-то. Что это была за фигня? Что это была за жесть? Вот так вот. Когда хочешь сдохнуть, не сдыхаешь. А когда не хочешь сдыхать и бежишь полный лута, блин, сдыхаешь на какой-нибудь вот такой вот маленькой лестнице, которая вообще безобидная. Да, это лучшая смерть, которую я когда-либо видел. Пойдемте зомби искать. Так быстрее. Come on, bitch! Come on! Давай! Сюда иди! Черт, это какой-то... Ой, черт, как я его убил, блин, ни хрена, это кулаки смерти! Нет, этот зомби был похож на какого-то гота или вроде того. То есть глаза такие подведенные. Солист рок-группы какой-то. Heavy metal. Вау. Сори. Не понял сейчас. Я вот сейчас не... Это карма, пацаны! Это карма! Это, мать ее, карма! Я же вам говорил! Видали? Вот никого не было вокруг. Никого. Я подошел к чуваку, хотел убить его в спину, как последний мудак. И что получилось? Я умер. Понимаете? Это вот... Это все карма. А, вон, полицейский участок. Точно. Все, бегу туда. Кстати, ребят, если стримы будут так вот развиваться, ну, то есть, мои стримы, если они вам будут нравиться, то... Опаньки, рюкзачок. Если они вам будут нравиться, то можно, знаете что... А, твою мать! I'm friendly! Не стреляй, чувак! Чувак, зачем ты? Зачем? Это что было, блин? Что за Вьетнам? Что за, блин, Вьетнам? Это какая-то граната, что ли, была, или чё? Ой, твою мать, у него пушка, мать его! Не надо, чувак, не убивай. Эй! Привет! Здорово! Блин, зачем я тебе показался на глаза? Ты понимаешь меня? Ты понимаешь мой язык? Да ладно, ебать. Да. Как твои дела? Алло. Нормально у меня дела. Там еще сзади тип бегит. Это твой друг, что ли?
Нет. Ясно. Ладно, а ты откуда бежишь? У тебя есть патроны какие-нибудь? Патроны? Ну да. Сейчас, подожди, посмотрю. Так. А что, патронов нет, что ли? Такая крутая пушка и без патронов. Смотря на чем нет. У меня две волыны. Нет, у меня нет патронов. У тебя нет 9-миллиметровых, слушай. Был бы тебе очень благодарен. Нет, у меня 309. Капец, да? Капец, он жесткий быдлан. Прям жесткий-жесткий. Смотрите на его рожу. Ясно, ладно. А тот чувак, он что, тебя убить пытался или что? Да не, он тоже кричал, он говорит, не убивай, но его нахуй. Он где-то там в ментовке лазит. Ясно, ладно, давай. Давай. Твою мать, это что такое? Что это? Господи. Вот что делает этот мир со слабыми. Понимаете, ребят, не все выдерживают тяготы этого мира постапокалиптического. Просто накладывают на себя руки, перекрещивают ноги и ложатся на железнодорожные пути. Но курточка, конечно, на нем милая. Она мне нужна. Прости, друг, она тебе не пригодится, эта куртка. Окей, он был мертв. Все, го, побежали отсюда. Surprise, motherfucker. Опа, спасибо за донат, кто там пожертвовал? Ой-ой-ой. Ой, пёса. Мэд Рокс. Мы в КС Вип, а ты знаешь, будешь делать мне сосать за 10 бат. Кек-кек-кека. А? 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 Спасибо за 20 рублей, пёс. Нет, я не пойду в КС. А? 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 О, тут что-то есть. Амай кляйнеш варцефюрен дойч. Амай кляйнеш варцефюрен дойч. Да, в общем, ребят, давайте не будем прощаться. Возможно, сегодня будет стрим, возможно, стрим будет завтра. Точнее, завтра, наверное, он точно будет. Наверное, точно. Ребят, давайте скажем так. Заходите в группу ВКонтакте. Заходите в группу ВКонтакте. Там я всегда-всегда обо всем пишу. Обо всем, что бы ни случилось там, чтобы из-за чего бы стрим не задерживался, например, я все пишу на стене ВКонтакте. Подписывайтесь в группу ВКонтакте, ребят, и оттуда вы узнаете все самые последние новости о стримах и о канале вообще на Ютубе.